Поставить прививку от гриппа с завтрашнего дня можно будет еще в одном учреждении Абакана. Мобильная бригада медиков будет работать в КДЦ «Южный». Напомним, вторую неделю от гриппа прививают не только в поликлиниках, но и в спорткомплексах и в крупных торговых центрах города. Вакцину можно получить с 16 до 19 часов в будние дни и с 11 до 15 в субботу. В КДЦ «Южный» медики будут дежурить только по вторникам и четвергам. В начале декабря в Абакан поступило дополнительно 25 тысяч доз вакцины от гриппа, а за две недели израсходовано 5 тысяч. Желающим привиться нужно при себе иметь паспорт.